А теперь рассмотрим подробнее. Казахстан участвует в 4-летнем проекте, финансируемом Европейским Союзом. Инициатива называется «Центральная Азия готова к торговле». Центр международной торговли поделился результатами нашей страны в этой области и провел онлайн-совещание. Помимо нас в проекте участвуют Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан. Для всех утверждена программа по 4 направлениям. Первым из них является предотвращение барьеров во внешней торговле. То есть важно уметь защищать внутренний рынок как в партнерстве, так и в конкуренции. Также теперь для предпринимателей работает портал, который проводит торговые процедуры без регистрации. Еще малый и средний бизнес планируется продвигать через электронную коммерцию.